Привет, привет. Я уже думал, интернет у меня сегодня нормально не заработает. Но после выключения света, что-то он прям совсем был никакущий. Да и сейчас-то не идеальный. Но хотя бы пропуск кадров не так много. Ну, очень мало. Поэтому думаю, как-нибудь продержимся. Так, что я хотел? А, ну да. Сразу открыть карту. Мы сейчас в самом низу справа мировой карты человеческого мира. Получается, после этого замка, я даже не знаю, куда идти. Ну, конечно, нам могут сказать что-то, и потом какую-то подсказку дадут. Или в мир демонов уже перебросят. Потому что, по сути, мы почти везде были. Разве что в центре вот этой фигни. Хотя, по-моему, мы туда ходили зачем-то. Блин, не помню. Ладно. Разберемся по ходу дела. Да, я помню, что прошлый стрим мы готовились. Собирались. Джек Фрост. Так, это крутая лечилка. Джека Кутена-то у нас, по-моему... Да, я вспомнил, кто это. Саламандр. Так. Ракшайт еще и вот этих старых. Краб. Унтина. Дамбалах, Нага. Ну, это, короче, на перемешивание. Окей, еще и денег дофига. Да, я хотел этот... огненную броньку взять в магазине. Я ее, по-моему, не покупал еще. Вроде нет. Ну так, возьмем на всякий. Вдруг действительно какой-нибудь босс огненный будет. Или этот, или следующий. Ну, через... Ну, вы поняли. Короче, пускай валяется, если что. Что-то нападают. Когда мне это уже не надо. Так. Теперь. Так, сейчас залечимся. Потом надо вспомнить, где магазин был. А, ну слева внизу, да. Что справа... Короче, в остальных частях это, по сути, эти лестницы. Сейчас еще куда-то надо будет разбираться, на какую лестницу идти. Это что тут? Блин. Так, магазин.
Блин, только не ты. Упс, не то. Это. Продай мне вот эту броньку. Все. Так. Че, пойдем сначала верхнюю слева посмотрим. Потом верхнюю справа, если что. И нижняя справа будет последней. Ну там, если тупик, не тупик. В общем, посмотрим. Что нас там ждет, неизвестно пока. Так, север. Как вот не помню, лестница прямо в углу была. По-моему, да. А чё магия не стреляет? Да, столько качался, такое ощущение, как будто монстр до сих пор сильнее меня. Офигеть. Это полная заречка. Так. Мне туда. Классно вы придумали.
Да, блин. Второй этаж. То есть я как бы не в углу, а карта получается еще больше становится. Интересно. Выход только один. Подозрительно. Ну ладно, если что, загрузимся там, в другую сторону пойдем. Будем, короче, исследовать. Шел на север. Тут без вариантов. Тут развилка, да. То есть, вот здесь вроде как тупик. Хотя вот здесь может быть что-нибудь типа элеватора. Нет, пусто. Блин, они почти 100% отравляют. Неприятная фигня. Так, у меня есть воскрешалка. Если что. Заморозка. Это, наверное, предмет, который этот статы увеличивает какие-то. Так вот, я не помню, что это. Чанс. Наверное, удача. Да. Одна удача. Ясно. Да не хочу с вами драться, а. Ну ладно, вы хоть и жирные, но...
У них хотя бы ваншотов нету. Но тоже вредно. Вредничают. Так. Если что, сюда... Ну, в принципе, ради стата можно сходить. Так, теперь вопрос. Можно ли здесь пройти? Можно. Фрис. А, блин. Так, сейф. Я теперь понял, почему три лестницы. Забавно выходит. Ясно. Понятно. Может, тогда сначала в нижнюю дверь, которая поближе, сбегать. Получается, если наверх-влево пойти, по-любому в ту ловушку попадешь. Потому что больше проходов-то не было. Интересно, в нижнем проходе так же будет. А, ну, наверное, поэтому три лестницы, что только через один можно пройти, скорее всего. Так. Теперь получается... Мне надо нижний правый угол пройти. Давай карту. Нет, по-моему. Да, вот так. Прям заставляйте драться, не хочу. Еще дают партию врагов максимально большую. Как назло. Блин. Нет, все правильно. Это юг, это север. Ну, пока что проход один. Кстати, у меня такого нет, но, блин, у меня уже и места нет. Может, кого-то выгнать? Это вообще, давай посмотрим, что они делают. Давай проверим заморозку. Mm-hmm.
сейчас в описании демона посмотрим. Не то. Третьего уровня. Может быть, выгнать кого-нибудь? Кто у меня? Так-то у меня все хорошие. Ладно, если что, мы потом его возьмем. Да. Пока что проход один. На удивление. Coin Knight. Тоже что-то новенькое. Понятно, просто живучие. Оп. Внезапно. Не запутаться бы. А, ну да, по-другому здесь нельзя пока что, только так. Развилок еще не было. Хотя нет, попробуйте убежать. Этих можно убить. А, типа как феи. Пока мы просто плутаем. Двое. Ну-ка, кстати, да, меч попробуем. Огонь плохо бьет. Проверим заморозку. Ракунда, ракунда. Что это делает? Секунду. Ракунда уменьшит защиту. О, да-да-да. То, что нужно. Да, но физика их дамажит. А, пойдет. Но, блин, то, что подземелье с этими, с ловушками, которые тебя скидывают вниз,
Это, конечно, не очень. Да. Сейчас, секунду. Опа. Джинни. Здрасте. Что-то магию страшновато использовать. Давай попробуем по-разному. Летающий, хорошо выращивающийся, походу. А что, магия не кастует? По идее, они огненные должны быть, наверное. Хотя не, огненный ифрит был. С такой же моделькой. Кстати, да, этого еще нейтральный тоже захватить нужно. 32-й. Интер или? А. Джинни нейтральный. Агилон, ну да, он огненный. По сути, маг. 41 уровень, кстати. Ух ты. Ух ты, ух ты. Ладно, если что, запомнили. Получается, только через верхнюю правую лестницу можно пройти. А внизу слева лестница была? Где магазины? Что-то не помню. Надо посмотреть. Надо сейчас кого-нибудь скрестить, место освободить. И этого Джинни взять. У него хороший уровень. Может, что наклеется нам. Но подземелье становится сложнее. То по черепахе было заметно.
Надо кого-то куда-то потратить. Одни даунгрейды. Ой. Промазал. Чуть подозрительно. Может, Джека Фроста потратить? Если что, знаем, где он. Да. Так, а если... А, мы его проверяли. Так, давай тогда тебя... Корп индамбалах. Тогда, значит, тебя давай. Ну, хоть что-нибудь дайте. Вообще ничего. Одни нейтральные. Финкс 43. И чё, мне 43 уровень копить? Вы не прикалываетесь? Если что, Дамбалаха сейчас выгоним, потому что, ну, вообще ничего нету. Только 43 уровень, и все. Ну да. Нага нам с Джек Фростом как раз... Ой, нет, не Нага. Лакшми мне, наверное, не нужна. Так, ладно, давай просто выгоним тебя. И все. Просто никакого толку. Так, сейчас проверим, есть ли лестница внизу слева. Если нет, пойдем сразу вверх вправо. Надо засейвиться опять. Да. А давай. Не слабые. Хоть маг заберем. Thank you.
выгнать. Все, поймать Джинни. Почему он кастует, если даже не... Ну ладно, неважно. Да. Значит... Можем так сделать. Раз. Так, только молнию не использовать. Это точно магазин, магазин. А вот это, кстати, в углу как с лестницей. Точно, смотри, здесь тоже есть. Значит, во всех четырех углах. Ладно. Пошли проверять. Опа. А здесь два прохода. А. Хотя, подожди. То же самое. Ну. Странно. Просто чтобы запутать. Вот, кстати говоря. А чё? А, у меня уровня не хватает, кстати говоря. Нужен level up. Опс. Так, ну сейчас посмотрим, упадем мы или нет. Севера спускаюсь на... А, ну да, потому что был один проход. Блин, ну это... Скорее всего, ловушки. Хотя, может, сундук? Ну,
Что-то легко. Если упадет, упадем. Посмотрим с ним комбо. О, сундук. Вигр. Это или сила, или здоровье. Можно тоже фризу отдавать, в принципе. Виталити здоровье. Так. Мы куда-то в сторону дошли, да? Мы, по-моему, падали, когда тоже до краев доходили. Если я правильно помню. Если я правильно понял. Ну вот, как говорится, сейчас, если мы упадем, останется только сверху справа. А если нет, значит сверху справа. Была ловушка. В общем, сейчас узнаем. Да. Кстати, а тут впервые мне выбор дают. Я могу пойти вниз, а могу пойти вверх. Ну, давай сначала вниз тогда. Если что, потом вверх пойдем. Блин, что-то не подумал. Может, в этом... Хотя... Непонятно. Хотел сказать, что, может быть, в углу ловушки есть. И можно обойти через другой угол. Даже не подумал про это. Fujin Sword. Ранний курай. Кристалл. Фуджин. Сейчас поищем. Уже... Где список оружия? Меч. Меч, да? Так, Фуджин. Есть Райджин. Так, вот хрустальный, который у меня стоит. Это, наверное, он. Да, скорее всего, хрустальный, тот, который у меня стоит, который выпал. Это либо меч бога ветра, либо Райджин. Ну-ка, если это Райджин, то он не должен одеваться. Одевается, да? Значит, это не он. Тогда значит это меч бога ветра.
Ну, он такой. В принципе. Чуть-чуть лучше хрустального. Ну и пойдет. Да, где я? А, я... Да, на угол. Если сейчас не упадем, то это, наверное, выход. Не упали. Опять раз вилка. Блин. Здесь тоже может быть ловушка, да? Что-то стенка такая странная. Лестница. Так. Ай. Получается, вниз влево. Потом там кольцевая, без разницы, как идти. Потом на развилке вниз. Ну, может быть, в тех квадратных комнатах ловушек и не было. Я просто надумал. Так, а если бы я наверх пошел? То что было бы? Тогда бы либо упал, либо еще один сундук был. Что-нибудь такое. Скорее всего. Так, теперь третий этаж, да? Тупик. Сразу три развилки. Пойдем влево. Лестница, что ли, по углам опять? Уровня нет. Ладно, тогда давай подеремся. Вот зачем мне огненную броню давали. Ну да, наверное, и босс будет огненный. Знать бы наверняка. Может, одеть огненную броню тогда? Я ж там смотрел, они примерно одинаковые со мной. Так.
Так, чтобы не запутаться. Ну, я пришел сюда. Тут, возможно, лестница. Просто такой же. Опа, фантом. Это продвинутый тот. Да, блин. Четвертый этаж. Да, новая луна. Хотел сказать, куда карта делась. Так, где север? На севере, скорее всего, в углу. Опа, это что такое? А, я не смогу посмотреть. Жаль. Но пока проход по сути один. Темнота, блин. Фенрир. Вы кто? Ледяной? Выглядит как ледяной. Да и название Фенрир. А. Столбняк. И заморозка. Понятно. Да, блин.
Так, это явно умные. Ой, а. Не тому, но хорошо. Так. Очень интересно. А, я, кажется, понял. На прошлом этаже нужно в другую лестницу. Так, то есть мне нужно... как бы найти лестницу в другом углу, скорее всего. Либо также сверху, либо снизу. Так. Подожди, получается. Ну-ка. Ага. Интересненько. Ага. Логично. О, блин, темные входы, да? Так, а с той стороны, когда я ходил, я там ничего не видел тоже. Так, и что мы ищем? Босса в темноте? Может быть. Раз-два. Тупик. Раз. Тупик. То есть это как бы квадрат получается. Так, а что мы обошли? Стенку, что ли? Не понял. Ну да, стена. С этой стороны. Коридор, что ли? Что-то я не понял. А, вот я, наверное, возле той стены. Да. Так, я вышел внизу. Блин, это очень похоже на босса. Интересно, почему в одну сторону только? О, Рапунцель. Привет, Диманчик. Смотри, какого я нашел. Это же Раф. Есть кое-что, я хочу поговорить с тобой. Я думаю, я тот, кто пошел по неверному пути. Ух ты, Раф признает свои ошибки, неужто? Но даже если я пошел по неправильному пути, я ни о чем не жалею, и теперь мой ход сделать все верно. Оставь Баэля мне. Чё? Mm.
Да не говори, я думал, он уж помер. Честно говоря. Ужасный звук издается из комнаты. Теперь он исчез. Ну, походу, теперь Раф не жилец. Судя по звукам. Че, попробуем ваншотнуть босса, если повезет. Должен увидеть, что стало со мной. Пазузу. А приди чё? Ну, типа, обнадежил меня. Я был глупцом до самого конца. Путь, который ты выбрал бы правильный, победи Баэля. Ох ты ж, ёжик. Какой красавчик. Ха-ха-ха. Очередной глупец пришел навестить меня всего. Ты хочешь отомстить за своего друга? Вперед. Да, в общем-то, нет. Ну, он, наверное, огненный. Было бы логично. Значит, огненную магию точно использовать не стоит. Ледяную могу только раз. Попробовать молнию. Слабенько. 14. Заморозка работает. А у меня заморозки больше нет. Да. Попробуем меч. Пока просто три. А, он панику накидывает. Окей. Это не страшно. Я забыл. Патра получается. По-моему, патра. Нет, стоп. Подожди. Да, точно патра. Но мы его вроде неплохо дамажим. Кстати говоря.
А, только один. Ну, потрать. Купим еще. Чека мы потратим другую магию. Так. 16 плюс 16 — 32. Не тратим. Ух, он паники накидал. Блин, ну босс прикольно нарисован. Я тоже себе хочу такой маунт двухголовый. Прикольно. Слабак. Как я мог проиграть? Не знаю. Белый дым окутал Баэля. Что за ужасная трансформация? Баэль изменился в страшную лягушку. Уродливую. Добить его. Так, вот этот момент я помню. Тут эту лягуху надо сохранять. Или наоборот, подожди. Короче... В зависимости от того, что мы сделаем с лягушкой, будет плохая или хорошая концовка. По-моему, ее нужно сохранить для хорошей концовки. А если мы его добиваем, то будет плохая концовка. Вроде так. Если я не ошибаюсь. Ну, в принципе, логично, да. Мы типа его спасаем, а потом используем как-то там, скорее всего. Yes. Хочу. Ты победил Баэля. Я не могу пойти драться. Че, возьми это. Гриф орб. Этот орб. Слишком поздно для меня сейчас. Крафт. Тихонечко. И последний раз вздохнул. Брюм-брюм. Окей. И веселенький такой амазончик. Тин-тин. Тин-тин-тин. Эх.
А чё бы нет? Так, мы взяли какой-то хрень. Так, и еще моментик. Давай тогда выгоним. Где это ситра? Ситра же. И попробуем Джинни поймать. Заодно посмотрим, что тут. Локи. Что-то там выучил. Тетрая. Тетрая это у нас. А, энергия. Хотя я Фенрира забыл посмотреть. Да. Так, так, кто такой? Злой. Все злые. Фенрир тоже злой. Этого можно, 35-й. Но Джинни покруче. Мне надо вниз спуститься.
Так, я смогу выйти? Ух ты. Монстры, я смотрю, все круче. Ну перестань. Отлично. Ай, блин. А у меня есть предмет какой-нибудь? Ладно, тратить пока не буду. Да. Посмотрим, что тут в центре. Наверное, придется мне уйти. О, вот и Джуни. Когда к нам? Ну и да. Блин.
Давай. Есть. Так. Где наш? Срочно лечиться, сохраняться. Так вот, теперь проблема, я не совсем представляю, куда мне идти. Из такого на моей памяти это только проверить вон того сильного босса в коридоре подземном. Может, как раз уже пора его убить. Да, блин. Так, давай посмотрим. Джинни... Давай по порядку. Саламандр. Ноп. А, кстати, что проверять? Же. Нага. И... Кто? Ты? Нет. Нага. Джек Фрост? Не. Подожди, а с кем? Саламандрой? А, да. В смысле, Тухай? Я же 43-й взял. Не? 42-й. Блин, 400 опыта осталось. Мы сейчас займемся этим. Так, и... Тогда давай сразу этих посмотрим. А, значит, Саламандру и Нагу мы сейчас убедим. Так, теперь. Вы? Ну. Это уже есть. Что-то как-то странно. Вот, кстати, если что, поймаем еще одного и сделаем саламандру, когда потратим саламандру. Mm.
Что-то с Джинни пока ничего хорошо не идет. Ну тогда, значит, сейчас мы добираем уровень. Объединяем Нагу с Саламандром, а Джинни объединим с Крабом, наверное, или с Ракшей. И сделаем Саламандру еще раз. Так. Потом надо будет вспомнить, где этот был подземный проход. Где-то в Гинзе, по-моему. Как же там этот монстр-то назывался? Я уже забыл. Так, 400 опыта, да? Thank you.
Понятно. Вы заколебали. Отстаньте. Жалко, магии нет. Телепортнуться к этому. Ну, где сейф, короче. Как их называют? Чекман? Да, чек. А, я сейчас, кстати, на общей карте попробую вспомнить, где этот проход был. Где-то в самом начале, по-моему, был. Нагу и Саламандру. Можно, кстати, попробовать вернуться еще раз в замок и захватить, попробовать вот этих других монстров тоже. Так, получается, Ракшу с Дженни, да? А. Тем более я все равно уже не использую. Краба, хотя пока он полезен еще. Вот этой лахи Джек Фроста скоро тоже надо убрать. Может, он еще как замораживатель еще раз пригодится, возможно. Да. Да, сфинкс крут, судя. Тогда давай, наверное, еще разок сходим в замок. Так, сохранится. Тебя вернуть. Саламандру и
ты. Значит... Да, блин. Оружие ты не покупаешь. Окей. Вот этого можно. Так, и еще одно место, да? Одного. О, здрасте. Отлично. Кстати, так сфинкса не посмотрел. Точнее, забыл. Что он там делает? Залечка по всем. Это статус устанавливает. Опять ради. Это чё? Лечите камень ни одного союзника. А, ну это тоже очень круто. Thank you.
А, и молнию тоже нельзя. Блин. Ну вы что, издеваетесь надо мной? Взяли, всех поубивали. Отпетратить. Да, название магии здесь специфические. Это я еще по персоне понял. Ну и погодка у нас на улице. Метет так, что офигеть не встать. Смотрим. Новенькие, где вы? Давай, кстати, с сфинксом посмотрим. Откат. Ух ты. Хамана. 49-й. Так, окей. Очень много комбинаций на саламандру. Рак Чаранго. Хорошее название. А, блин. Куплю. Саламандра. Понятно. Так, теперь тогда давай новеньких просматривать. Уровневая нет. Хотя можно потратить, если что. Это же два юзлиса, да? Ранек потратим. Да. То же самое. Да, саламандр прямо хоть одним местом ешь. Все одинаковые, что ли? А нет, вот отличие есть. Ну, давай... Давай, знаешь, как сделаем? Давай. Стоп, сейчас, секунду. Thank you.
Ну, в принципе, оба не нужны. Впрочем, как и вот этот тоже. Давай, наверное, сделаем вот так. Джек Фрост. Ну, я вас понял, надо, короче, саламандру тратить. О, или вот этого сделать, потратить. Короче, ничего интересного. Ладно. Поищем еще кого-нибудь. Так. Сейф. Так. Посмотрим на карту. Проход был... где-то здесь. То есть, получается, мне надо телепортнуться в Инзу, наверное. Да. Вот только я не помню, где там этот босс был. Но, в принципе, там не должно быть все слишком сложно. Ладно, разберемся. Я просто не помню, он же... мы же из Гинзы переходили в другой город под землей. И, соответственно, там есть вот это, как бы, отступление, получается. Да. Это мы... где сейчас были? Это я припоминаю. Это получается... подожди. Ну, это понятно, что где Гинза, а вот... что-то я забыл. Че, никто вопрос не может? Эй. Ну ладно, если что, я сохранился.
Отвалите вы от меня. Прилипли. Блин, что-то я забыл, где в эту гинзу попал. Так, ладно, я же сохранялся, да? Подожди. Куда еще можно телепортнуться? Так, Шинджикову. Шинджику это у нас где? Ага, это город, где мы качались долго. Три стрима. Это я помню. А... Нам нужно, получается, либо в Гинзу, либо тот второй город, который находился здесь. Так. А название можно посмотреть? Ракоин. Да, вот он, наверное. Так, то есть мне нужно телепортнуться сюда, пройти сюда, и, скорее всего, там проход. Попробуем. Мне кажется, мне так проще будет. Вот это проход не он. Да, блин, вы издеваетесь. Не, я напутал. Это не здесь. Тоже. Просто быстрее. Получается, выходим из города. Так, идем. По-моему, здесь вроде. Этот проход, да? Да. По-моему, он. Очень похоже. Так. Yep. Чё, подожди. Еще надо сделать. Оп.
А чё, у меня нету, что ли? Жаль. Да вы прикалываетесь. Да, блин. Хотя нет, надо призвать, а то если найду. Да. Да, но тут, по-моему, прямые коридоры, только где-то разветвление одно есть. Так. Получается, если спустился куда-то вниз. Так. А как я здесь вообще оказался? Странно. Окей. Пустим сюда. Что у нас? Нет, это не то. А, я вспомнил. Это где 3 или 4 лестницы подряд. Там еще сундук. Там вот. Куда нам надо? Место найти. Вот они, по-моему. Да. Это либо здесь, либо следующая лестница. Вот он. Тиамат. Посмотрим. Он, наверное, огненный. А, ну заморозка его отлично бьет. Ой. А, ну вообще изи. То есть я мог и раньше прийти. Хотя даже опыт дали. Так, а чё, карту отключили? Посмотрим, что тут. Вы можете пройти. А, вот как сюда попасть. Крис и команда расположились 7 пиларов на землю. 0. А, где взрыв был этот, в центру? Столбы были поглощены. А, сваловый этап. Поднят вверх. И они объединились в один большой прорыв. Взвысился вверх, воздух.
И чё? Странное присутствие, похоже, вокруг. А, это, наверное, как со статуей. По часовой стрелке или против? По часовой это было в одну сторону. Вам, наверное, против. Не? Значит, по... Ой. Не? Может, какой-то демон нужен определенный? Оп. Блин, думал, игра зависла, испугался. Теперь понятно, почему на карте был замок нарисован. Надеюсь, он небольшой. Вы чувствуете невероятно сильную силу? Извините за тавтологию. Я Масакада из клана Дайра. Я все знаю, всемогущ. Я могу открыть путь для тебя в другой мир. Демонов? Ага, то есть это наш проход в мир демонов теперь. Угу. Я надеюсь, тут сейвы есть. Доллар. Да. Так, погодите, я открою карту общую демонов. Секундочку. Уф, она... Да, она по размеру такая же, как и обычный мир. Так, это вот мы в центре появились. Доллар Делл. Доллар Делл. Что за Доллар Делл? Что-то такого на карте не вижу. Ладно, давай телепортнемся, посмотрим. Ой, а чё я? Влево-вниз. Так, здесь горы, какая-то дыра, деревня, еще одна дыра. Ну, в деревню, наверное. А через дыры потом проходить, скорее всего. Новые монстрики. Надеюсь, они не 60-го уровня. Ну, пойдем сначала в деревню, естественно. Интересно. О, залечка. Хотел сказать, интересно, красная это типа ловушка.
И Лизалечка такая просто демонская. Шо? Чё продаем? Вау. Это будет больно, да? Так, секунду. Сейчас найдем. Как эта деревня называется? Деревня Плача. Круто. Так, деревня Плача. Скажи мне. Деревню Плачу. Где? Так, смотрим. За 40 тысяч кольчуга драгона это на мужика. А, тут все, ну, походу, на мужика будет. Лайон. Львиная голова. Тоже. Джак Гловс. 55 тысяч, офигеть. Сандали Герми. Ох, так я бомж, оказывается. Так. Шлем, который он продает. Один из лучших в игре. Еще 4 интеллекта прибавляет. Да. Нет, это... Нет, это не он. Перепутал я. Да, он... Похоже. Интеллекта 2. Удача 1. Трем-прем. А у меня какой шлем? У меня дами. Ну давай посравниваем. У меня тоже 2 интеллекта и 1 удача. Причем... Какой мне смысл менять? Что-то я понять со шлемом не могу. Или у меня башка уже не работает? Так, погоди, это... Точно шлемы? Шлемы. Я даже не знаю, если честно. Ладно, допустим, шлем мы не трогаем. Рука. Дивалиная рука. Дьявольская рука. Здоровье +1.
Так как плюс 6. Да, атака плюс 6. Все правильно. Да. А он продает. Ну, меньше на одно здоровье, но атака больше. На одну защиту лучше. Ну, то есть, в принципе, менять не стоит. Больше потрата денег. Так, ботинки. Гермес. Ловкость плюс 8. Вот это уже интересно. Но надеть можно только на мужчину. Да. Логично. Так. Неудобно, конечно, вот это вот проверять. Блин. Джет бутс. Ну да, есть смысл поменять и ловкости плюс 3. И брони побольше. Да, ботинки мы купим. Сандали даже. Отлично. Да. Что там еще было? Шлемом непонятно. Сандалиями бла-бла. С руками Devil's Hand. Так, со шлемом еще раз. Я нашел, а там у него львиная голова, которую я найти не могу, да? Ладно, короче, шлем тогда мы тоже не трогаем. Перчатки, фигня, и осталось только вот это. Как она называется? Типа кольчуга дракона. Окей. Кольчуга дракона. Ага, нашел. Так, а у меня Fireguard. Кольчуга дракона, ловкость плюс 1. Защита 11. Ну да, она типа лучше, просто так меня хуже. Но в целом во всем лучше. Ну вот и затарились. Шлем, конечно, тоже типа можно поменять, но, блин, я понять не могу, чем он лучше. Может, туплю просто.
О, сейф. И телепорт. Шикарно. Да, кстати, давай продадим вот это. Огненный мы пока оставим. Джетпутс можно продать. Оружие нельзя, да? Нельзя. Так, а что здесь? Я слышал, что Асмодеус Тиран живет в пещере на юге. Наш следующий босс, судя по всему. Изанаги, Изанами, бог и богиня, который их забрал Асмодеус. Ок. Странно, что магазина с оружием давно не было. Так, то есть получается мне теперь через пещеры надо на юг пробраться будет каким-то образом. Подожди секундочку. Мне надо отойти. Сейчас вернусь. Теперь давай посмотрим карту. Значит, у нас есть сверху два прохода и снизу два выхода. То есть что-то с чем-то соединено получается. Ну, пойдем проверять, что именно с чем. Сохранились. Теперь не страшно. Я же сохранился? Да, точно. О, кстати, опять этот Музуни. О, новые монстры. Жирненькие.
Опа. Ладно, мы сейчас загрузимся. Пока расследуем. Точнее, исследуем. Так, я, получается, вышел с севера, иду на юг. Подозрительные комнаты. Ладно. Окей. Так, погоди. Дулахан. Кстати говоря. Нейтральный. 43-й. Надо ее захватить. Да. Еще комнаты. Может, выход? Тролль. По-моему, при создании я их видел. Значит, они тоже должны захватываться. Baby face. Что за фигня? Молния очень хорошо пробила. Огонь вообще не бьет. Заморозка непонятна. Да, я еще не был. А он может быть еще, кстати. Воу, нет. Мизуки. Погоди, погоди. Хорошо бьет.
Окей. Ой. Понятно. Злой дядька. Этого можно захватить. Выход либо здесь, либо снизу. Можно сейчас будет вернуться наверх. Залечиться. Надо попробовать кого-нибудь поймать. Какой у меня уровень? 43. То есть я не могу только тех, которые высокого уровня. Так, секундочку. Тролли я могу. Этого не надо. Мизуки вот не могу. Лошадь серую. Это злой. Этого могу. Дальше внизу. Я. Где лестница была? Блин, он почему не помечают? Где она была же? А. Везде комната. Да. Хотя подожди, мне надо захватить кого-то. Да, долго их ковыряю. Мне надо как где-то еще ледяную магию найти.
Хорошо, что телепорт есть. Давай со всеми посмотрим. Он же вроде злой был. Или это другой? Да, название вроде другое. Ясно. Короче, тролль мне не подходит, получается. Единственное, если саламандру потратить, а этих потом объединить. А мне проще выгнать кого-нибудь другого взять. Посмотреть пока что. Капец, все дорогое. Доллар дол. Странное название. Так. Надо выгнать. Пойдем посмотрим. Пока мы рядом. Им надо было прям в этой деревне сделать кого-нибудь со смешиванием. Да прям в пещере бы сделали. Что-то эти саламандры поддостали уже. Не, ну серьезно. Прикалывайтесь. Так, давай.
рыцаря, наверное, выгоним. Тетку оставим. Мне просто надо найти, как усилиться. Иначе меня скоро начнут напинывать. Злой. Сейчас проверим всю магию. Молния работает. Огонь еще лучше. Заморозка нет. Ну да, злой. Выход. Блин, это же отрава, да? Я думал, босс будет здесь. Я понял. И теперь, получается, мы должны дальше его искать. Поэтому так много пещер. Ясно. Все теперь логичнее стало. Вот я не знаю, в пещеру идти или в отверстие в это непонятное. Я так понимаю, надо разбираться, куда оно. Пещера и здесь. То есть получается, скорее всего, одна из них ведет. Вон как. Какие-то, короче, неправильно ведут, какие-то правильно. Понятно. Ну, пойдем исследовать.
То есть, типа, мы в этой системе пещер должны найти, где босс. Что-то как-то... Magic Source. А. Нет, сейчас будет больно. Да, блин, чё ж вас так много? Еще больше. Не надо так много. Да вы прикалываетесь, короче. Блин, без карты не очень-то. Давай, Луна.
понятно, типа лисенка. Будет забавно, если это как раз не тот выход. Наверное, если будет не тот выход, я вызову краба. И телепортнусь как бы на начало. Здесь начало. Кстати. Хочешь к нам? Я 44-й. О, найс. Ну и короче, телепортнусь типа к началу. И потом в следующем подземелье также. Вернусь в деревню. Посмотрим новые комбо. Сохранимся и уже в следующий раз продолжим. Что-то я уже сильно тупить начинаю. Ну сегодня просто, даже не сегодня, а два дня подряд рано вставал. И работенка была, и свет вырубали. Много всего было. Да, я вышел не там. Значит, мне в... Наоборот, не в пещеру, а вот сюда, в отверстие в это надо, чтобы... Понял. Так, крабика вызвать. Хотя я могу и пешком, но... Ты ж жопа. Я то есть тупо деньги потратил сейчас. Как нехорошо обманывать, а? За что вы так с игроками? Придется пешком пилить. А краба уволить. Так, я вот не помню. По-моему, здесь. Да. Thank you.
Да, идем домой. Не хотите отпускать, да? Что-то новенькое. На Ганеша похож. Все. Мне еще в ту пещеру сходить, посмотреть, что там. Ну, понятно, что она в тупик ведет. Да. Подожди. А, время уже за полночь как раз. Надо закругляться. Так. Тонус и Мезуки.
Опять саламандры. Одни саламандры. Опа. Да. А саламандру мы еще раз сделаем как раз. Good. Ну вот хоть что-то нашли. Какой-то дядька Зевс, хотя огненный вроде. Так, вот теперь создать какого-нибудь саламандрика. Во. Так, у нас освободилось два места. Еще один, да. Может быть, наконец-то скоро уйдет. Пока все. В следующий раз мы исследуем остальные пещеры. В принципе, я могу в ту неправильную сходить, забежать, посмотреть, что там вообще в принципе. Может, там, как в том, сундуки какие-нибудь валяются. Разве что. Нет, давай уже в следующий раз. Не сегодня. Что-то я устал уже. Все, спасибо, кто был. Если завтра ничего не обломится. Ну вот сегодня только после 9 более-менее заработало. Но уже, по идее, у нас ремонтные работы закончили. Электричество больше отключать не будет. Так что здесь нормально будет. Вот. Завтра мы тогда эти пещеры долазим. Может, еще каких-то демонов создадим. Скорее всего, придется пару уровней качнуть, я так подозреваю. Ну и потом уже будем дальше исследовать. Ну и, соответственно, раз мы в дьявольском мире, то мы уже близко к концовке игры. Да и по уровням видно. У нас 43 уровень. А по моему опыту, такие игры как раз где-то, ну там, к 60 уровням, они, в принципе, почти практически всегда заканчиваются. Ну, по крайней мере, персоны заканчивались. Ну и первый мегамедленцей тоже. Вот. Все. Пока-пока. Увидимся скоро.